Всем здравствуйте! Много лет назад Валерий Меладзе развелся с первой женой Ириной, которая, похоже, до сих пор не может простить ему измену с Альбиной Джанабаевой. Экс-супруга артиста не скрывает, что сегодня не горит желанием общаться с певицей, разрушившей ее семью. Ирине и Валерию Меладзе с годами удалось поладить, но женщина еще не уверена в том, сумела ли простить Альбину. Но есть она в этом мире. Я с ее именем не засыпаю. Она мне жить не мешает. Но вот есть такие люди. Они умеют жить без каких-либо правил. Дикой ненависти у меня к ней нет, разоткровенничалась бывшая жена Валерия Шатаевича. Напомним, в нулевых Альбина входила в состав группы, продюсером которой является брат Валерия, Константин Меладзе. По словам Ирины, некоторые солистки делали все, чтобы привлечь внимание Константина и Валерия, это было еще до прихода Альбины. Начало нулевых шла съемка в Киеве. На ней присутствовали Костя и одна дама, которая вела себя самым неприличным образом. На глазах у всех она приставала к продюсеру. «Самое отвратительное, что я ей не мешала», — вспомнила экс-избранница Валерия Меладзе. Костя был сильно смущен. «Я устроила скандал бывшему мужу, спросив у него, мол, что вообще происходит». На продюсера шла атака. «Я была шокирована. На второй день съемок я взяла с собой Яну, жену Константина Меладзе, и эту девицу пришлось поставить на место», — вспомнила экс-избранница певца. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.